Дети, вам тут не холодно сидеть? Нет. Не нашли себе место удобное? Макси. Подсоединят тут зарядку и сидят, играют. Всем привет, ребят. Насчет Каролины. Кто добавлялся к ней в друзья? У нее там, по-моему, около 1000 запросов, и это все за один раз невозможно добавить. Там дает добавлять только, по-моему, по 10, и потом нужно делать паузу и опять добавлять. Вот, поэтому мы потихонечку добавляем, но всех сразу не получается. Мы, смотрите, еще не доели торт. Мы его кушаем уже 3-й день. Будем сейчас завтракать. У нас сегодня дождик. Дождик сегодня, дождик. Филиппок, там дождь идет, да. Сейчас я сделаю творожок со сметанкой. Два тортика получились очень вкусные, но немножко вот этот суховат. Какой понравился больше? Вот это вот с карамелью, а это шоколадный с шоколадом. Вот это. Карамель мне тоже карамельный понравился. А я люблю это кушать. Шоколадный немножечко такой жестковатый почему-то получился. Ксюша, иди посылку посмотри, пожалуйста. Мне кажется, она уже пришла. Она заказывала своей подружке на день рождения. Что? С Бершки. Ой, такой маленький пакетик. Ну-ка, открой. Она по отдельности, что ли, пришло? Там же две кофты должны быть. А, да, точно, две кофточки. Не маленькая? Нет, он растягивается. Это XS. Она такая холодная. S куда взяли? Оно нормально. Не знаю. Она сказала, что она носит такое. Приятного аппетита. 3-й день торт кушаем. Я только такой. Не, вообще мы заказывали на 12 человек. Но он у нее получился больше. Но как бы мы за это не доплачивали. Мы просили на 12, но она, видимо, сделала слишком высокий и получился там на все 24, мне кажется. Он 6 кг, наверное. Ну, дети мало торт кушали. Ну да, ну поэтому мы как бы и попросили на 12. Там 9 детей, ну еще и взрослые думали будут. Я даже хотела еще этот медовик, да, делать, если что. Если не хватит. Хорошо, что я не сделала. Потом тетя не пришла. Ну, в общем, много кого не было. А торт остался. Давай на мой день рождения тоже такой тортик закажем. Ну, маленький. Второй раз? Нет, беляешь. Беляешь? Да. Ну, маленький можно. Только один этаж, да? Угу. Все, доедаем тортик и садимся на правильное питание. Да. Будем варить борщик из соленой капусты. Там водичку набирай. Картошку почистить, морковку, капусту закинуть и все. Больше ничего не надо. Это очень быстренько. Сейчас достану соленую капусту. А, тут морковка уже есть, так что морковку не надо. Томатная паста была. Вот томатная паста. Картошку почистили, порезали. Капусточка вкусная. Здесь у нас бульончик варится. И у нас будет без свеколки. Свеклы нет, но мы добавим томатную пасту. Вроде нет мяса. А, есть у меня фарш. Ну, с фарша варить борщ как-то не так. Надо купить мясо, говядину. А? Я сегодня стираю постельное белье. Сейчас буду разбирать. Уже первую стирку загрузила. Суп уже сварился, между прочим.
Еще у меня сегодня в планах разобрать полку, вот эти вот две полки. Вот тут непонятно, что лежит, все как-то валяется. Рабочий день такой сегодня. Ну, в принципе, как и каждый день у меня. У тебя еще пузыри остались со дня рождения. Давай еще. Вот же только один. О. Ой, прям на камеру. Ксюша, а все, выключайте, давайте. Давай. Dann noch ein bisschen gab's die mal die Hälfte, ich glaub ein Fünftel. И в борщик. Хочешь тузик золотанск? У нас еще такой супчик не ел, поэтому придет, мы его накормим. Как не ел, он уже ел. С квашеной капустой он не ел. Ну что, начну я разбирать эту полку, убрать лишнее, то, чем мы не пользуемся каждый день. Вот, например, вот эти вот плойки, она тройная. Можно использовать гофре, можно утюжок, видите, уже покорябался, и можно вот такую вот плоечку. Расческа-утюжок, она нагревается, и ее можно использовать как утюжок, тоже хороший, в принципе, но можно ее и убрать. Ставлю я здесь только фен, потому что мы с ним, чаще всего мы им пользуемся, а вот это вот я уберу в другое место подальше. Тут повязочки. Папина машинка, ну, вот это вот сумочка для его машинки, там и зарядка, все лежат, насадки разные. Вот еще одна насадка. Это для плойки. Как-то она называется, но пальцы. И так вот держится. Вообще очень неудобная. Массажер, я тоже не знаю, что он здесь делает. Вообще не для него здесь место. Тут я все уберу в другое место. Это сейчас я буду мыть. Сложнее, потому что здесь и косметика, и расчески, и все подряд. Ну что такое? Вот. В общем, сейчас буду здесь все разбирать, перебирать. Я освободила. Вот. Теперь все видно, что где лежит. Здесь вот. Здесь сюда за полочки зацепила. Очень удобно, чтобы они не болтались нигде. Маргарита, ты уже часа 2-3 танцуешь? Без остановки. Еще хотела? Как это она? Ну, такая вкусная, что ли, Вунь? А? Почему вам так нравится играть? Это же какой шкалой. Вони, упусти. Пойди, чисть зубы. Зубы чисть. Так ты это посмотрела, Гарри Поттер, пятую часть? Я. Да. Посмотрела? Я. А шестую? А? А шестую? Нет. А что, про что там пятая? Волдеморт. Да? Можно твои фотографии показать? Только не все, да? Кому там можно? Кого там можно показывать? А то они спрашивали, что у тебя там за фотографии. Вот это, да? Вот это вот можно фотку. Подружка ее. Уже все. Все можно? Вот это старая фотография еще, когда мы в Люцерне жили. Тут вот она с подружкой. Тут тоже. Да с Ксюшкой. Это еще с подружкой. Какая? Это с Ксюшкой. Это в школе? Они вместе пошли срать.
Ой, сейчас. Сейчас покажу. Так, ой, это вообще старая фотка. В Испанию ездили мы. С папой. Папа тоже, по-моему, в школе. Тоже в школе, нет? Не в туалете. Это тоже? Это в школе? Нет, это мы были в Цюрих. Вот с подружкой. Это кто? Что за мальчик? Нет, это цунами, это фильтр. А, я уже смотрю, думаю, что за дядька? Так, вот еще. Такая вот. Такая. Мы идти вниз. Такая. Сюда. Еще вниз. Вот такая. Это ее краш. Мама. Это ее друг. Краш. Вот такая. Окей, друг, друг, друг. Тут тоже в туалете. Ой, это тоже с этого, с Испании. Фотка. Видятский. А тут тоже бородатые какие-то. С розочками на рту. Тут вообще с курицами. Вы где курицу-то взяли? Вообще фотография. Вот и все. Со мной только нет. Что ты со мной не распечатала? Нужно новые распечатать. Все, показала. Так, я пошла укладывать. Ну, жизнь. Мелких? Посмотрю что-то в Ютубе или фильм. Посмотри. Давайте сегодня... Ну, давай мы, Маргариты, будем спать. Нет! Ты спи, у Маргариты. Ну, давай ты тоже. Потише можно? Ему в 5 часов утра вставать. Ну, ебать. Вы доспите до обеда, а он рано встает. Овечья шерсть лежит. Это Макс ходил в садик. И там привозили овечку стричь. Баранам. Бадара. Я не знаю просто куда, где хранить это. Фу, ужас. Выбросим. Мы все равно с этого делать ничего не будем. Никакие игрушки. Игрушку даже если сделаешь, она же будет вонять. Все, давайте. Аптюк. Джуси, зубы. Зубы, зубы чисти и все. Мой волос. Мой волос. Хорошо, чисть. Я завтра душ. Иди, прикрывайте. А что вы не спите еще? Не хотим. Надо спать. Не сильно видно, потому что у меня они розового цвета. Угу. В общем, я себе вон что налепила. Зачем? Вот морщин. Морщинки появляются. Особенно вот здесь. Вот мне не нравится. Вот, так что буду делать вот такую вот штуку каждый день. Ой, каждый день. Буду делать такую штуку каждый день перед сном. Как раз вот так вот ночью спать ложиться. И лицо будет подтягиваться. Давайте фильм смотреть. За фильм? Какой-нибудь. Тут? Да. Какой? Ты тут будешь спать? А чего? Я думала, ты у Маргариты будешь спать. Нет. Нет? Том. Или Барби. Ксюша, иди спать. Том, это 2 часа и 30 минут. Кстати, сегодня посмотрели мы, сколько стоит. Билли Айлиш же приезжает. Концерт в Цюрихе. Какого? 2 июля. Мама, сколько у нас подписчиков на этом канале? Не знаю. Можете все по $1 подарить мне, чтобы я пошла на концерт Билли Айлиш? Чтобы тебе по $1 подарили? Да. Так это много получается. Ну и что? И, в общем, мы посмотрели билеты. Там на одного человека, 500. В общем, один билет, самый дешевый, $400. Вообще. Это, я думала, это... На 3. По 100, хотя бы, ну, по 200 будет максимум. Там 400. Это самый дешевый, а самый дорогой 3600. Чего? Ну, самый дорогой. А, да. И еще есть там, знаете, прямо возле сцены стоять, вот где она поет, и прямо возле сцены 1800, да? $1800. Она хочет, чтобы и папа, и я с ней поехали. Но это дорого. Дорогое удовольствие. Бонни, скинули по $1, и ты пойдешь на концерт. Да, это же только $1. Пожалуйста, дайте мне денежку. Это сколько рублей? 100? Нет. $1? Я не знаю, сколько рублей $1. Ну, не 1000 рублей. Где-то 80 рублей, по-моему. Там 13 тысяч, да? Мест. В зале 13 тысяч мест. Ты вот деньги свои, которые ты каждый месяц получаешь, не трать, накопишь.
Да, конечно, я даже для на себя не так накопила. Ну, на себя накопишь. Нет. Да. Ну, смотри, считай, февраль, март, апрель, май, июнь. У тебя за 5 месяцев уже будут деньги. Мама, мы на концерт 1500 просто так вот один беляшек. Беляшек у 1500 так вот. Беляшек что-то много берет, да? Много беляшек берет за билет. Так что вот так вот. Ладно, ребят, мы будем, наверное, смотреть какой-нибудь фильм. Неймар. Хорошая играет. Какую ты игру играешь? Покажи. Это что, ферма? Хайдай. Хайдай. Хайдай? Что такое хайдай? Ты какая-то ферма. Хайдай. Мама, туда же. Она меня уже все вылизала. Она мне вот здесь вот лизала. Посмотри, теперь она делать. Мне ноги лижет. Дайте мне. Хватит. Я страничку какую-то открою. Вы мне задонатите 100 рублей каждый. Ну, я сейчас Ксюша вам, донат откроет. Вам что, жалко? А только 100 рублей. И мы так напишем, да? Помогите Ксюше попасть на концерт Билли Айлиш. Моя мечта. Исполните мечту. Ладно, все, ребятки. Пошутили и хватит. Все, спокойно. Мы не шутим. Все, всем спокойной ночи, пока.